Полгода назад произошла трагедия в христианском мире. Подростковый пастор из города Иваново Давид и дочь епископа Андрея Деренко Аннабелла через месяц после свадьбы попали в страшную аварию. Давид погиб на месте. Аннабелла попала в больницу с переломами и серьезными травмами. Она лежала в коме 2 недели. Уверена, что большинство из вас с нами стояли в молитве за жизнь Аннабеллы и за семью Давида. В советское время в евангельских церквях было выражение «Нас научили жить, но не учат умирать». Так как же жить после смерти близких? Мы приехали в города Ярослава или Иваново, чтобы поговорить с Аннабеллой, с родителями молодых и найти ответ на этот вопрос. Так получилось, что мы сейчас находимся в той же фотостудии, где проходила свадебная фотосессия Аннабеллы с Давидом. Аннабель, привет! Привет, Жасмин! Я очень-очень-очень благодарна тебе за то, что ты согласилась сегодня с нами пообщаться. Понимаю, что тебе, скорее всего, сложно. Мне тоже, не буду скрывать. Но надеюсь, что этот выпуск даст людям плоды. И очень-очень сильно надеюсь, что наша вот эта такая большая жертва того будет стоить. Конечно же, вообще верю, что это будет потрясающий особенный диалог и, честно, прямо в предвкушении таком. Давай, может быть, начнем с самого начала. Что ты помнишь от дня трагедии? На самом деле, многие спрашивают, да, были ли какие-то там предвкушения того, что случится, переживала ли я, думала ли я, что может что-то произойти. Честно скажу, что именно в этот день вообще нет. То есть потрясающий день, суббота. Я ночевала в Ярославле, потому что я тут, да, училась на тот момент. Давид был в Иваново. Вот я проснулась, мы поехали собираться все вместе к нашей... Готовились фотосессии. У нас такая традиция. Мы с семьей почти каждый год фотографируемся на такой рождественский календарик. И это было, правда, потрясающее утро. Все смеялись. Я помню, как, ну, правда, такая семейная, хорошая, домашняя атмосфера была. Мы с Давидом там переписывались, говорили о том, что вот он должен приехать. Так что вообще ничто не предвещало, да, какой-то беды. День рождения, да, был день рождения сестры? Моей сестры, да, старшей. И еще так получилось то, что 25 января — это еще день рождения моей бабушки, которая тоже уже на небесах, но я этого на тот момент не помнила. Но да, день рождения еще сестры. Поэтому вообще был чудесный день, начинало все просто превосходно. Мы поехали в фотостудию, все вместе, приехал Давид. Мы очень скучали, потому что мы несколько дней, получается, не виделись. Вот. И просто начались, так сказать, съемки. Все улыбались, смеялись, а потом мы поехали в Иваново. Вы заказали машину, BlaBlaCar, да? Ну да, то есть есть такой сервис, где ты бронируешь машину, и ты как бы как попутчик едешь до нужного тебе города. Давид всегда к этому делу относился очень серьезно, всегда очень качественно проверял все отзывы, смотрел машину, характеристику, то есть вообще так к этому серьезно подходил. И он сказал, что он нашел машину и что нам нужно поторопиться, потому что она должна была уже как бы выезжать из города. А мы хотели успеть на подростковое служение в Иваново, потому что, да, Давид подростковый пастор, мы хотели послужить молодежи, мы тоже там всех давно не видели, потому что мы буквально только что вернулись со свадебного путешествия. Вот, и должны были потом вечером поехать к тете Наташе с дядей Андреем, тоже с ними провести время. Вот. Мы приехали в город Иваново, и сейчас находимся в доме, где вырос Давид. Никаких предчувствий не было вообще. Хотя я такой человек, который всегда что-то... Есть какие-то чувства, эмоции, как-то ощущаю какие-то духовные вещи. В этот день я была настолько спокойна, настолько умиротворена. И у меня даже есть фотка в этот день, и мы сделали фотку. Я послала Полине, которая уезжала в Москву. И не было никаких вообще ощущений. Хотя мой муж, который, наоборот, не склонен волноваться, он был очень взволнован. Ну, нельзя сказать, что я прям что-то чувствовал, но, конечно, была тревога. Я звонил сначала Давиду, потом Аннабелле, так вот несколько раз. Потом, по-моему, пробовал дозвониться до Андрея Александровича с Яной. Ну, так они, по-моему, не смогли трубку взять. И это продолжалось в течение часа или чуть больше. И трубку взял, вот, потом, как мы выяснили, это был следователь. И сказал, что Давид погиб.
я в это время вел уроки библейской школы. И после уроков я вошел в свой кабинет и увидел, что звонит телефон. Звонил Андрей Денисов, это папа Давида. И он сказал мне, что они попали в аварию, и что она была в реанимации, а Давид погиб. В тот момент, когда он мне это сказал, у меня было такое чувство, как будто я уже эту информацию знал. Я даже как будто мой компьютер подвис, и я пытался понять, откуда я это знаю, откуда я эту уже информацию знаю. И, конечно, это для меня было шоком, потому что Давид, я думаю, один из лучших молодых людей, которых я вот встречал из его поколения, и они были потрясающей, фантастической парой. Как-то у меня было желание, чтобы они остались, и я их уговаривал, я просил их остаться. Я говорю, останьтесь, мы вечером отпразднуем день рождения старшей сестренки и вот бабушки. И я просил их остаться, но они пожелали поехать. А саму аварию ты помнишь или нету ясности, нету воспоминаний? Ну, на самом деле, когда я только вышла из комы, я ничего абсолютно не помнила. То есть в коме я видела определенные сны, да, и я думала, что это реальность. Они шли последовательно, то есть там где-то было 8-9 снов, и для меня все было вот как реально. Я когда вышла из комы, я вообще не помнила ничего, что произошло в тот день. Вот, и потом, когда родители уже мне начали рассказывать с подробностями все, что произошло, я, конечно же, большую часть вспомнила. То есть я вспомнила, что у нас была фотосессия, вспомнила, что мы должны были уехать в Иваново. И именно на тот момент, последнее, что я помнила, это был момент, когда мы уже прощаемся с родителями, я обнимаю папу, он нам желает хорошей дороги, мы говорим, что мы обязательно еще приедем. И просто мы садимся в такси, чтобы доехать до нужного нам места, где нас должен был забрать как раз вот тот мужчина, водитель, и все. То есть я сажусь в такси, и я ничего больше не помню. Но потом, когда я уже вышла из больницы, воспоминания начали потихоньку возвращаться. Сейчас я помню не все, вот, но я уже помню, как мы ехали в такси, о чем мы говорили с Давидом. И когда случилась авария, я помню, но я это помню немножечко по-другому. То есть я помню свои эмоции, я помню боль, я помню свои чувства, переживания, но я не помню конкретного места, машину, то есть немножечко такое, как все так смазано в тумане, то есть обрывками какими-то. Ты сказала, что ты в коме видела сны. Ты лежала в коме 2 недели, и многие, кто лежали в коме, также рассказывают, что видели себя со стороны, либо они поднимались куда-то, видели докторов и всех окружающих. Как у тебя было? Ты говоришь, что было все реально, я видела сны и как будто реальную жизнь проживала. Мы можем чуть-чуть поговорить об этом моменте? Какие именно сны ты видела? Что происходило с тобой в эти 2 недели? Ну, вообще получается, что меня ввели в медикаментозную кому. То есть это была, ну, не мой организм такой, как защитная реакция, а именно врачи приняли решение, потому что слишком много было травм, и это было опасно для сердца, что просто не выдержит, поэтому врачи приняли это решение. Поэтому это немножечко, я думаю, отличается, чем, ну, вот от людей, которые сами впадали в кому. Вот, и на самом деле я не видела там себя со стороны, не видела врачей, но я думаю, что те сны, которые я видела, они все равно были мне даны для чего-то, даны Богом, и они тоже что-то значили. Некоторые из них я уже как бы поняла, пережила, некоторые, я думаю, что мне откроются чуть позже. Но на самом деле их так, ну, так много, что я думаю, что подробнее я буду именно в книге уже про это писать, потому что пока что я до конца сама не поняла, что, зачем и почему. Но одно из таких самых ярких моментов, которые так произошли, наверное, за эти сны, которые я увидела, мне приснилось то, что у нас с Давидом 2 детей. Вот. Это на самом деле очень необычное переживание, потому что мы, правда, не хотели долго ждать. Вот. И у нас были большие мечты, желания там, про наше будущее, семью, про детишек. Вот. И там я пережила это чувство. И на самом деле это тоже такое, такие волшебные воспоминания, знать, что вот у тебя есть там дети, да?
Вот, поэтому я очень рада, что это мне приснилось, и так необычно, что я даже помню имена этих детей. И я думаю, что они тоже что-то значат именно в духовном мире, что это определенного рода то, что правда я получила благодаря Давиду. То есть это Изабелла и Габриэль. Вот и Габриэль — это вестник Бога, а Изабелла — это почитающая Бога. Вот. И поэтому это прямо... А еще Габриэль — это сила, вот, да. Точно. И поэтому, когда мне после комы все писали, там, какая ты сильная, я знала то, что это плод того, что вот вообще пришлось пережить. И, ну, необычно. Но на самом деле, когда я была в коме, я не воспринимала это как каких-то просто образы. Я думала, что это правда, да, наши дети. И даже когда я вышла из комы, я потом в больнице, там, медсестре, она меня что-то начинала спрашивать. Я говорю, вот, у меня двое детей. Потом так было неловко. Я так... как-то потом там извинялась, говорю, нет, нет. Он говорит, да, все хорошо. Вот, то есть, правда, я это переживала, как будто бы вот это было. И, конечно же, ну, многие сны, они были, я думаю, каким-то исцелением для меня. Хотя тогда, опять же, я этого не понимала, но вот во всей коме, на протяжении всей комы, Давид был со мной, вот, но я знала, что... Как бы он не участвовал непосредственно в моих снах, но я знала, что он где-то есть. И когда я вышла из комы, и спустя несколько дней мне все это рассказали, все, что произошло, что Давид на небесах, у меня осталось вот это ощущение, что он где-то есть. Просто я его не вижу, и он сейчас тут не присутствует, но он есть. То есть он никуда не пропал, не исчез. И это, правда, помогло. Вот. На самом деле я думала, что это были просто сны. А потом я поняла, что в каждом моем сне был мой папа. То есть... Я думала, что папа, я знала, что это папа. Но когда я начинаю разбирать эти сны, я осознаю, что это был Бог, что просто я его видела как папу. И то есть это, ну, достаточно необычно, но правда, у меня, вот когда я даже вышла из комы, у меня было четкое осознание, что Господь, Он рядом. И вот в каждом сне, то есть я прям чувствовала, то есть поддержку, я чувствовала, что Он... Ну, то есть, он вел себя не как мой папа. Вот то, что это самое необычное. То есть в момент, когда я думала, ну вот папа точно вот так скажет, он говорил не как папа, но при этом я осознавала вот это какое-то отцовское как бы чувство, то, что как отец с дочкой. И потом я поняла, что это был Господь. Мы сейчас находимся около больницы, где лежала Аннабель. Аннабель, расскажи, пожалуйста, когда ты проснулась, что ты подумала, какая у тебя была первая мысль? Ты вообще понимала, что происходит? Ну, конечно же, я не понимала. Все было очень так страшно, непонятно, запутанно. И первая моя мысль была, что я в психиатрической больнице. Вот, потому что все мои сны, я не могла ничего состыковать. Я думаю, что вообще произошло? Почему? Как-то все было необъяснимо. Там, я не могла понять, если... Как, ну, я же говорила же, да, то, что в коме мне призналось, что у нас двое детей. И я не понимала, как тут двое детей, если я знаю то, что январь. Сейчас вот февраль, как уже двое... То есть у меня вообще такие мысли. И я маму спрашивала, мама говорит, не переживай, нет, все, вот ты в больнице. И начинала рассказывать. То есть, конечно же, сначала я вообще абсолютно ничего не понимала, и было, правда, очень тяжело. А рядом были родители, да? Родители, да, Лиза? Да, как только я вот... Ну, первые мои, конечно, воспоминания, это я просто открываю глаза. Но я помню, что меня куда-то завозили, то есть это меня, скорее всего, переводили из реанимации уже вот в обычную палату. Вот, и я помню, когда открыла глаза, рядом сидела мама, бабушка, вот, и потом Элиза пришла. И, ну, я много сразу же вопросов пыталась задать, но, оказывается, я очень тихо говорила, потому что я лежала тоже на ИВЛ, то есть на искусственном дыхании. Вот, я спрашивала, что произошло. Вот, но родители старались не сразу же все рассказать, то есть они мне рассказали про аварию. Ну, мама сначала спрашивала, меня мама спрашивает, ты меня помнишь? Я говорю, мам, ты чего? Конечно, я тебя помню. Вот, она говорит, ну, слава богу. И потом начала уже рассказывать про аварию, про подробности, что переживали, что там столько операций прошла. Но как-то я еще все равно до конца не осознавала всего. На тебя не сразу же говорили про потерю Давида, конечно, да? же, да. Ну, насколько я знаю, настаивали врачи, чтобы родители Давида приехали и рассказали об этом. То есть тоже, конечно, все говорили по-разному. Кто-то говорил, что лучше сразу же сказать. Кто-то говорил, что пусть сначала восстановится, потом ей расскажем, чтобы это не сбило процесс восстановления, потому что когда человек все равно как бы закрывается от всех,
то и восстановление идет вообще по-другому. Когда человек в депрессии, то сложнее. Но в итоге приняли решение, что лучше сказать раньше, потому что я все равно задавала вопросы, спрашивала, как состояние там Давида, пыталась понять, ну, что вообще, как, почему, мне ничего никто не говорит, просила телефон уже, то есть, чтобы как-то выйти на связь там с друзьями, вот. И мама понимала, что нужно рассказать. Поэтому про Давида, да, я узнала чуть позже. Все 10 дней, когда Анабелла была без сознания, для меня было ужасом момент, когда она откроет глаза и посмотрит на меня и спросит, где Давид, как я ей объясню вот этот момент. Для меня это было просто невероятным ужасом. И даже когда она пришла в сознание, мы от нее несколько дней скрывали о том, что Давида нет. Вот, я ей рассказала, что случилась авария, но у меня не нашлось силы ей сразу сказать, что случилось с Давидом. И первые дни она даже говорила, ну и что у меня, ну какие-то там повреждения. Самое главное, чтобы Давид выздоровел. И знаете, как это мне тяжело было? Вот. И когда я поняла, что я уже не смогу от нее телефон удержать, потому что она просила все время позвонить Наташе или Андрею, родителям Давида, я уже стала писать Наташе, говорю, Наташ, я уже ничего не могу сделать, ну, как, что. И тогда они вот взяли на себя вот этот самый сложный для меня момент, они приехали в больницу, и они ей сообщили, что Давида уже нет с нами. Вот. И я очень благодарна, что они смогли вот в этот период, вот в том числе и для нас быть поддержкой. Вот сейчас прошло много времени, ты сейчас тоже чувствуешь Давида. Бывает, вот ты сидишь и чувствуешь присутствие или разговариваешь с ним. Как вот, какие у тебя чувства? На самом деле, первое время было тяжело, и я даже как-то думала, что я не готова, там, чтобы мне он снился, чтобы я его видела как-то, потому что слишком тяжело. То есть даже когда вот прошло недели две, наверное, как я вышла из больницы, мне начали сниться сны. И с одной стороны, это здорово, снова пережить вот это состояние, когда как будто бы ничего не случилось, вы снова вместе, вы счастливы, все хорошо, вы строите планы на будущее. Но так сложно просыпаться. Вот просто просыпаться и сознавать, что это был сон. И поэтому, наверное, да, чувствую. И не всегда это легко. То есть иногда это помогает, а иногда это, наоборот, погружает вот снова в такие воспоминания и сразу же вопросы в голове, почему так, почему, зачем это должно было произойти. Вот. Но, конечно же, Господь все равно, Он велик, и именно в момент, когда ты больше всего нуждаешься в какой-то поддержке и прочувствовать то, что человек, он правда есть, он все равно дает определенные какие-то моменты, ты натыкаешься на какие-то там его сообщения. То есть я часто очень листаю нашу переписку. И вот я недавно писала там на своей странице, что нашла сообщение, которое вот мне прям нужно было прочитать в этот момент. И он пишет так слова, вот как будто бы мне в будущее. И вот это как никогда просто, ну, поддержит как ничто другое. И такие маленькие вещи тоже происходили, еще начиная с больницы, когда, например, у нас была традиция, Давид мне часто дарил такие мишки Харбио. То есть всегда при встрече он мне дарил эти мишки. Этих мишек, вот. И я помню, в больнице я лежала, и что-то снова было просто безумно тяжело. И мысли, и воспоминания, и неимоверно скучала. И я думаю, ну, я вспомнила про это, просто подумала. Вот, и думаю, как, ну, это было для меня ценно. И думаю, вот бы сейчас кто-нибудь бы мне пришел и подарил их, я бы знала, что он рядом. Вот, и буквально в этот же день приходит человек и мне дарит мишек. И я понимаю, что Господь благ, что даже через такие вещи как-то приходит исцеление. Давид замечательно был молодой человек, честно, нереально хороший, искренний, добрый. И то время, которые мы проводили время, а мы вместе, мы ездили в Грузию, вот, я его только с хорошей стороны видела. Там было время посмотреть, какой он человек, как он относится к Анабелле, как он к нам относится. Меня в нем все радовало. Он привлек тогда даже меня поиграть с ним в баскетбол. Знаешь, обычно вот как делают молодые люди, когда они начинают встречаться с девушкой? Они родители немножечко подальше хотят больше времени, да, с девушкой проводить. А мне нравилось, что он и о нас не забывает. И меня приглашали с ними как-то провести время.
Потом я верила, видела его посвящение Богу и видела, что он может Аню сделать счастливой. Это, наверное, для меня самое главное было. То, какая она становилась рядом с ним. Я видела, что она становилась светлее, добрее к людям, изменялась в лучшую сторону. Для меня это все было свидетельство, что это тот человек, который должен был быть в ее жизни. Давид вообще был особенным ребенком, о котором не было такой вот заботы, может быть, особенной, как о других детях. Мы с Маргошкой, с нашим первенцем, мы не спали 8 месяцев, очень много о ней там заботились и качали, она плакала. Давид же рос как трава, он был настолько спокойный, настолько умиротворенный. С ним я почувствовала действительно радость материнства. И он постоянно служил в церкви, да? Он даже на работу не уделял внимания, он на учебу сильно внимания не уделял. Его сердце, я знаю, что было в церкви, было в служении. Получается, он был готов перейти на небо в любой момент, да, в жизни. Как я потом стала понимать, что да. Я думаю, что да. А когда я думала о нем, когда мы с папой, рассуждали о том, кем он будет, кем он может стать, мы понимали, что как будто бы вот все профессии, они как будто бы не для него. Но как такое было чувство, что единственное, что его серьезно интересовало и вообще очень увлекало, это служение людям, вера, Слово Божие. Как будто Давида многие знали, видели, и со стороны многим казался вообще идеальным таким. Мы, конечно, видели то, что не идеально, и мы пытались его как-то иногда, может быть, чересчур наставлять, разумлять. И я понимаю, это уже задним числом, наверное, что, конечно, больше надо было, наверное, говорить ему о том, что мы благодарны, ценим в нем. И, на самом деле мы были очень благодарны Богу, когда твой сын выбрал служить Богом, идти за Богом, и является примером для многих. То есть, это многие молодежь, особенно на похоронах уже это когда говорили. Потом я уже смотрел его проповеди, которые до этого я не видел. Я видел, насколько мой сын вырос и насколько он действительно верен Богу и является примером для многих подростков, и даже не только подростков, потому что многие взрослые люди уже потом говорили, насколько он был не по годам зрелый, мужественный, знал Бога. И для меня всегда была молитва в моей жизни, что наши дети, они пошли дальше нас, превзошли нас в любви, в праведности, в знании Бога. Вообще во всем, чтобы они превзошли нас. И вот это я уже увидел, когда смотрел одну из проповедей Давида, молодежную, на конференции, которую он проповедовал в октябре, по-моему, или в августе месяце. В октябре. И вот он был настолько... Я понимаю, что он во многом превзошел меня. Я увидел себя в нем, когда я был в молодости, тоже таким горячим, огненным для Бога. И потом как-то теми заботами, суетой, ты немножко как-то охладеваешь, становишься более мудрым и своей мудростью начинаешь ограничивать, может, Бога. А в нем он настолько был бескомпромиссен, настолько решителен. И когда я смотрел проповедь, это было уже на следующий день после похорон, я просто благодарил Бога за то, что на самом деле мой сын превзошел меня во многом. И есть то, в чем я могу у него учиться теперь. Когда твоя земная жизнь прекратится, будет вечность. И там будет награда. И там будет вечная жизнь. То, что происходит здесь сейчас, это короткий трамплин, это промежуток времени, который пройдет очень быстро. И это то время, когда ты можешь показать себя, показать того, кто есть на самом деле внутри тебя, показать сущность, которую Господь заложил в тебя, и исполнить то призвание, которому ты призван по-настоящему. Понимаешь? Это короткий промежуток времени. И когда
эта жизнь земная закончится, ты придешь к Отцу, и Он воздаст по делам, каждому по делам. И там совершится все задуманное. И вы долго молились за воскресение, да? Чтобы Он воскрес после того, что произошло. Извините, конечно, за такие вопросы. Извините, я просто... Ну, я об этом не говорила. Мы с мужем люди верующие. Мы верим в то, что Господь наш всемогущий. Несмотря на то, что произошло, я верю, что Бог может делать такие чудеса. И я знаю, что ему не было так сложно воскресить его. Я знаю, что воскресали люди в Ветхом Завете, в Новом Завете. Друг Иисуса Лазарь был воскрешен на четвертый день, когда он уже пах, когда уже прошел процесс. И я знала, что Бог может воскресить Давида. И мы просили об этом. Ну, моя молитва была об этом все эти дни, когда все произошло. Но еще есть такая вещь, как воля Божия, мне кажется. И есть Божие провидение какое-то, есть промысел. Ну, как бы, как это ни назови, я считаю, что Бог, Он суверенен. Он знает, что лучше для нас, что правильно. И то, что Он не сделал того, что мы просили, это не значит, что нет Бога, или не значит, что Бог не слышит. А просто у Него есть определенная воля для нашей жизни. Мы просто можем принять ее или не принять, и жить потом с каким-то чувством, что что-то нам не додали, что-то не так произошло, Бог нас не любит. Ну, кто ведь что потом может себе мыслить в голове своей, придумывать. Но я просто верю, что Господь поступил так, как правильно. Это был лучший выбор. И когда потом уже, через какое-то время, прошло, может быть, месяца два, я находилась, просто я была в ванной, я думала, ну, волей-неволей постоянно думаешь об этой ситуации и прокручиваешь какие-то вещи в своей голове. И это был такой, может быть, как возглас ребенка, который просто спрашивает отца. Почему, Господь? Просто я сказала, почему? Я услышала в своем сердце такие вот слова. Это было лучшее время. Почему Давид погиб, а Анабелла нет? Или это безответные вопросы? Я уверен, что на эти вопросы мы точно ответ получим на небе. Нам сложно представить здесь. Вы знаешь, за мои 50 лет жизни я слышал такие выражения от таких умудренных жизнью. Есть такое выражение, такое чувство, что самых лучших забирают. Может быть, ты когда-нибудь слышала такое? Конечно. Нет? То есть, как бы, и пожилые люди обычно говорили, ох, такой человек, он и здесь, и там нужен. А вот некоторые ни здесь, ни там как будто не нужны. И вот некоторые грешники, кажется, ну как его земля носит, а он живет и живет и живет. Там это... Я таких тоже людей встречал. Ну, просто это Божья милость. Бог каким-то образом свое долготерпение над человеком продлевает. Я не знаю ответов на эти вопросы. Одно, что, на что я уповаю, в послании к Римлянам, 8 главе написано, «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вот это выражение «все содействует ко благу» означает, что не все, что будет происходить в моей жизни, мне будет нравиться. Некоторые вещи будут мне не нравиться. Я буду возмущен, я буду реально ими огорчен. Но вот есть такое обетование от Бога, что Бог по своей любви ко мне, если я вот следую за Господом, люблю Бога, что Бог как-то это повернет во благо.
как-то даст из этого мне благо. Как, я не знаю, но я доверяю Его Слову. Получается, можно сделать такой вывод, что скорбь, она есть, грусть, она есть. Но, наверное, самое главное, когда не сделать из себя жертву, чтобы не оставаться под эту скорбь. То есть скорбить христианам можно и даже нужно, и есть время для этого. Но очень важно понять, когда оно должно закончиться и когда нужно двигаться вперед. Можно сделать такой вывод, да? Конечно же, да. Угу. И я вижу, что история на самом деле очень грустная. То, что произошло, это реально трагедия, потому что молились вот очень многие. Наверное, в христианском мире, кого я знаю, все стояли, все молились. И получается, если так смотреть по-человечески, история должна была отдалить всех от Бога, но случилось наоборот. Сколько вот я общалась, сколько я свидетельств слушала, получается, все почему-то приблизились к Богу. Как ты думаешь, почему так произошло? Ну, на самом деле, да, церковь объединилась, и как все стояли в молитве, это просто потрясающе. Я, на самом деле, думаю, что эта ситуация — это начало чего-то большего. И мне хочется в это верить, что церковь, она не остановится, что церковь, она объединится, что церковь, она как вот одно единое целое будет двигаться и продолжать, потому что даст столько пророчеств на Россию, столько вообще слов, сказанных великими служителями на то, что Россию ждут великие времена. И после этой ситуации, когда я слышу о том, как люди молились, как люди загорелись, как люди верили, это правда, ну я этим восхищаюсь. И это для меня знак, что как бы уже скоро это время придет, и оно уже началось. И я думаю, что, ну правда, это только вообще начало. И на самом деле в такие моменты, конечно же, я тоже думаю, что есть все равно люди, которые, посмотрев на это, сказали: «Ой, Бога точно нет, как человек верил, он там служил, и бац, он ушел на небо». Но это с точки зрения этого мира, с точки зрения вот просто, ну вот физического, так сказать, нашего естества, да, это трагедия, да, тяжело, да, трудно, как жить, почему? Но с точки зрения вечности человек, как бы, он все равно с Богом. Он есть, да, для Господа все живы. И поэтому, наоборот, люди должны задуматься после этой ситуации, что ты не знаешь, когда наступит день, когда ты предстанешь перед Господом. Что ты Ему скажешь? Как ты прожил эту жизнь? Есть вещи, которые... Вот я как сказала, для него самое главное было служить людям. И я думаю, что он молился именно такой молитвой Богу. «Господь, используй меня так, как ты хочешь. Я готов сделать для тебя то, что ты хочешь». И то, что его смерть повлияла на других людей, может быть, дала кому-то жизнь, может быть, дала какую-то вечную жизнь кому-то, открыла дорогу к примирению с Богом или к тому, чтобы человек задумался даже просто о том, что будет завтра. Он очень хотел служить, он очень хотел служить молодежи именно. Это была его мечта большая. И когда люди начинают задумываться об этом, а что со мной, где буду завтра я, мне кажется, что это очень большое... Ну, в этом есть очень большой смысл и цель, что люди задумались. Кто-то... Мне писало очень много людей, очень много писем получила о том, как... Эта смерть повлияла на них, как они примирились со своими близкими, как они стали по-новому смотреть на своих детей. Потому что мы ведь смотрим иногда на них, что как будто бы это все, что у нас есть, оно будет всегда. И ничто не придет, никакая ни болезнь, ни смерть, ничто не разлучит нас. И мы иногда, как родители, мы иногда их и ругаем, и сдаемся, иногда не верим в них. И многие мамы мне писали, что совершенно по-другому стали смотреть на своих взрослеющих детей, подростков. Стали больше хвалить, больше уделять им время. Потому что дни идут, время действительно быстро-быстро очень бежит. И когда-то каждому из нас предстоит прийти туда. Я знаю, что мой сын был с Богом, и он пришел к Богу. И у меня было, у меня было подтверждение этому. И даже... когда такие вещи происходят, ты не можешь быть
Или веру, ну, каким-то теплым. То есть ты либо веришь, либо нет. То есть перед тобой стоит выбор. Ты веришь в то, что есть вечная жизнь. Ты веришь в то, что Бог умер за вас, ты за тебя. И ты веришь, что ты идешь на небеса. То есть ты должен это для себя решить. Ну, либо все, что, во что ты верил 25 лет, то есть это все просто какая-то ерунда. И ты приходишь к Богу, естественно, ты приходишь, задаешь вопросы, читаешь Слово. И через Слово Господь, ну, открывал мое сердце и просто показывал мне, что да, Он со мной. И я люблю Его, и все будет хорошо. Ты просто доверься мне. Ну, это тяжело. Это не, я не хочу сказать, что так все просто, и Бог сказал, я такая успокоилась. Нет. Да, нам больно. Каждый день я просто какие-то вещи проживаю, понимаю, что я должна прожить их без Него, потому что... Ну, даже в нашем доме нам его не хватает. Не хватает на участке, когда начала расцветать вся природа, деревья. Я понимаю, что ну, часть этих деревьев посажена его руками. И все, что мы делали вместе. Он мне всегда помогал очень. Вот. Но придет день, когда и это все закончится. Придет день, когда мы придем к Богу, и Бог спросит, как ты прожил свою жизнь. Я знаю, что Он с ним. И я знаю, что то, что Он хотел, Он сделал, Он исполнил. Как вы думаете, почему друзья Давида, даже неверующие, я просто знаю сама нескольких таких людей, пришли в церковь после смерти Давида? Как это связано? Потому что до, я знаю, он проповедовал, и они как-то вот не обращали внимания на церковь, и все, что произошло, привело к тому, что его друзья, наоборот, приблизились к церкви, приблизились к Богу. Как это произошло? Почему именно так? Наверное... Бог касался их сердец тоже. Ну, Давид всегда был искренним человеком, и он искренне любил своих друзей. Он всегда любил, вот мы живем в деревне, Беленица, он всегда любил своих ребят, друзей, которые здесь были соседями нашими. Он всегда любил бегать на поле футбольно, играть в футбол, в баскетбол. И все эти ребята, они были для него очень важны. Его уход, ну, был определенным для них такой вехой, что ли, как бы он... Они удивлялись, то, что если такой человек, как Давид, ну, с ним такое произошло, может быть, мне стоит подумать о себе. Ну, вот такая, мне кажется, вещь. Как ты думаешь, Давид, зная, что столько людей спасутся через его смерть, сложный вопрос, но я задам, он бы согласился на это? На самом деле, зная Давида, я думаю, что да. Мне приснился один сон после больницы, и я встретилась с Давидом, и он просто повторял одну фразу. «Какой у Господа идеальный план? Какой у него идеальный план? Ну какой же идеальный план?» И я такая вся расстроенная, обиженная, говорю, «Давид, ты не понимаешь, как нам тут тяжело, ты не понимаешь, мы все скучаем, нам больно». И он только смотрит, говорит, «Я понимаю, но какой же у него идеальный план?» То есть и я в этом сне увидела Давида, то есть его сердце, правда. Я уверена, что, да, Господь ему показал какие-то вещи. И то, что вот я говорю, сколько людей сейчас уже пришли к Богу, вернулись к Богу, многие, да, это только начало. И, честно, я думаю, что он был бы готов на такое. И, конечно, это тяжело. И знала, если бы у меня был выбор, например, зная вот все то, что даже сейчас происходит, или то, что я потеряю любимого человека, конечно, я выбрала бы Давида. То есть я осознаю, что, несмотря на все, вот, все то прекрасное, что сейчас происходит с сердцами людей, несмотря на то, что вот я могу сейчас служить, помогать, поддерживать, все равно я очень его любила и очень его люблю. И я бы сама бы не смогла бы принять такое решение. Но опять же, я просто верю, что Господу лучше как-то видно все это. Я, честно, я вспоминаю себя в больнице, я просто... Мне было тяжело еще от мысли, каково было родителям в тот момент, каково родителям Давида сейчас. И я поняла, что я не просто так осталась тут, что я должна помочь как-то, что Господь может через меня утешить родителей Давида, мою семью, чтобы они увидели, что со мной все хорошо. У меня есть возможность рассказать родителям Давида, что Давид говорил мне про них. Что, как он вообще, как он верил, например, в то, что его мама выпустит книгу, как он мечтал о том, что там, ну, это послужит многим. И я поняла, что я хочу быть ответом. Я, конечно, это здорово, когда тебе все помогают, и я вообще благодарна тем людям, которые там мне писали, вдохновляли, молились за меня. Это неописуемо. Но я понимала, что если я сейчас сосредоточусь на себе, всем вокруг будет еще сложнее.
Ты сказала, что у тебя иногда бывают вопросы, почему, как так, и это, скорее всего, естественно. И также ты упомянула, что вы в тот день ехали на подростковое служение. Если все связать, и что ты еще также сказала, что все было хорошо, если все связать, как-то нелогично, почему с вами это случилось, и, но ты так хорошо отзываешься про Бога. Скажи, пожалуйста, есть обида на Бога, есть недопонимание, или ты получила утешение? Если получила, то как? Через что? Ну, вообще, ты правильно абсолютно сказала, что нелогично то, что это произошло. То есть для меня это было шоком. И еще, знаешь, когда мне рассказали просто про аварию, я как-то смогла это принять. Мне не сразу сказали, что Давид ушел на небо. И как-то авария еще более-менее, я могла понять, что ну вот, там авария, слава Богу, мы живы. Но когда я осознала, что ушел мой любимый человек, вот тогда у меня вообще появились вопросы. И когда вот мне все рассказали, это были, правда, это был очень тяжелый день, и столько эмоций, и я плакала, родители Давида плакали, все. Ну, это тяжело, было очень тяжело. И тогда я вообще, я почувствовала, как будто вот я, темнота, и я стою, и я вообще ничего не понимаю. То есть настолько вот один крупный вопрос, так вот. И папа остался со мной в палате, попросил всех выйти, и мы начали очень так говорить откровенно. И он начал рассказывать про то, как он молился за Давида, когда все это случилось, что он переживал. И он просто сказал: «Не сдавайся, пожалуйста. Я верю, что Господь может использовать твое свидетельство и может помочь кому-то». И я тогда просто начала его спрашивать, говорю: «Пап, ну как? Может, мы в чем-то были неправы, может, я как-то ошиблась, может, мы что-то сделали не так». Он говорит: «Нет, все, вообще, даже не думай». Вот, что у Бога есть определенный план, и не всегда, да, он вписывается в наши какие-то представления. Ну, еще, конечно же, сразу же вспоминаю про такую тоже необычную ситуацию, потому что за полгода еще тоже до аварии я случайно наткнулась на книгу Осборна «Трагедия, травма, триумф». Почему? И для меня так было странно, что я начала читать эту книгу, потому что у него столько книг про исцеление, про там разные такие, ну, про его жизнь. А тут именно вот такая книга, и он ее пишет в такой тоже трудный этап своей жизни, когда на небо ушла его жена, с которой он служил, они очень долгую жизнь прожили вместе. И я читала эту книгу, и столько мудрых мыслей в ней было, что они просто засели в моей голове, и я думаю, что это тоже очень помогло, именно когда я вышла уже из комы и стала думать, как правильно сейчас себя вести, как нужно, как мне к этой ситуации относиться. И просто как строки из этой книги у меня в голове, то, что я должна благодарить Бога за то, что, например, у меня вообще было это время, то, что я не должна своими эмоциями как-то вот очернять то прекрасное время, которое у меня было с этим человеком. То есть чтобы как только я думала о Давиде, у меня сразу же там травма, его нет. А наоборот, чтобы я вспоминала с благодарностью о вообще вот всех моментах, связанных с этим человеком. И столько мудрых мыслей оттуда, поэтому я правда верю, что это все не случайно. И слава Богу, что Господь вот даже через такие как-то пути готовил мое сердце. Не верю, да, что это случайность. Потому что, например, даже в свадебном путешествии ко мне приходили вопросы, которые, ну, не свойственны мне. Я не задаю таких вопросов, я об этом даже не думала. То есть, например, я спрашивала Давида, я говорю: «Давид, мне так страшно потерять кого-то близкого». Я говорю: «То, что это самое страшное, что могу представить себе в жизни». И я просто ему объясняла, что я никого никогда, у меня никто из близких пока что, ну, не уходил к Богу. То, что бабушка ушла, но она не была вот прям настолько близка мне, то есть она жила далеко. И было тяжело, но все равно я не представляю, как потерять кого-то еще более родного. И Давид тогда просто меня утешал, говорил: «Ты чего, даже не думай, есть небеса, есть вечность, смотри глазами вечности. Мы все когда-то там встретимся, не нужно там отчаиваться, нужно верить Господу, доверять». И то есть такие слова, и я понимала, откуда вообще, почему я об этом думаю. То есть не было прям страха у меня, но в какие-то моменты я чувствовала, как будто бы что-то, может быть, должно произойти. Или, например, я задавала ему тоже такой вопрос, я говорила: «Давид, вот если, не дай Бог, случится какая-нибудь авария, какая-нибудь, ну, вот что-нибудь, я же не готова там перестать ходить, перестать видеть. То есть я хочу, чтобы я полностью восстановилась». Он говорит: «О чем ты думаешь? Почему?» Я говорю: «Давид, честно». То есть это было настолько не похоже на меня, что я тоже не знала, почему эти вопросы приходят. Но я верю, что Господь готовил мое сердце. И даже вот я вспоминаю многие мои сны,
И мне снилось, когда я просто общалась с Иисусом, и я просыпалась, и я не могла вспомнить, о чем мы говорили. Но я уверена, что Господь, возможно, вкладывал что-то в мой дух, и я просто... Вот то, как я сейчас это прохожу, я понимаю, что вполне возможно, что Господь им готовил. Вот, потому что Он очень заботится о нашем сердце и очень заботится о нас, поэтому Он все равно дает какие-то вещи, которые нам помогут потом пройти какие-то сложные этапы, периоды. Считаете ли вы все, что произошло, случайностью? Или это все-таки была воля Бога? И вот как для вас, какие у вас личные переживания насчет этого? Ой, знаете, Жасмин, мы же за этот период столько думали на эту тему. И так думали, и по-другому думали. И, честно говоря, я сейчас остановилась в таком, как бы, понимании, что... Ну вот оставить, может быть, это как вопрос, как вопрос к Богу. Было ли это предназначено, предузнано, то есть можно ли было ли как-то этого избежать? То есть это так, что нет ответов на эти вопросы. Есть какие-то версии, да, есть какие-то мысли, вот. Но точно, пострадали ли, может быть, ваши отношения с Богом или нет? Нет. Я не знаю, может быть, тот опыт жизни, который был до этого, и то, что я видела, что случается, да, в жизни у людей, и в христианстве в том числе, и в церкви. Как-то не сказать, что я первый раз столкнулась с каким-то событием, которое могло так поколебать мою веру. Я видела людей, которые доверяли Богу, были больны. И кто-то из них исцелялся, кто-то не исцелялся. Я знаю, что иногда и трагедии происходили в жизни. И я, наверное, уже до этого этапа, ну, как-то в своей жизни это ответила на эти вопросы лично для себя. Конечно, у нас будет много вопросов. На то, как говорится, мы люди, а Он Бог. У нас нету на все ответов. Но я искренне скажу, что и для нас, и для семьи Давида, то, что Бог сохранил жизнь Аннабеллочке, для нас это милость Божия, как бы сказать, это отрада. И как бы верю, что однажды мы на небесах все поймем, узнаем. Конечно, поначалу хотелось огорчиться на человека, который вел эту машину, как он мог рисковать. Мне люди, очень, которые вхожи во все эти следственные органы, сказали, что у него была резина не приспособлена ездить по тому сезону. Как бы сказать, я не проверил еще эту ситуацию. Конечно, было, подпирало обидеться, рассердиться. Но я понимал, что это не выход из ситуации, это только... еще больше меня в это погрузит, как бы в безвыходность эту, да, наполнит это желчью, горечью. Я верю, что Бог поставил начальство и власти, которые должны, Библия говорит, поощрять делающих добро и наказывать делающих зло. Пусть разбираются и следственные органы. Скажи, пожалуйста, ты встречалась с водителем после всего, что произошло? Ну, пока что нет. Вот, мы общались с его адвокатом в основном. И адвокат, насколько я знаю, то есть он объяснил, что водитель сейчас сам находится в тяжелом состоянии. Вот. Но у него не такие тяжелые были травмы при самой аварии, но все равно сложный процесс реабилитации. Поэтому, ну, пока что не виделась. Ты винишь его? Обвиняешь сама? Ну, на самом деле, это сложный вопрос, потому что до конца еще следствие даже не закончилось, и мы не знаем, был ли он там виноват, выехал он, не выехал. Конечно же, насколько вот сейчас, на каком этапе расследования, все равно говорят, что он виновен, потому что водитель должен учитывать, так сказать, обстоятельства вокруг, все. То есть, если был там гололед, если была плохая погода, значит, он не должен был ехать там вообще. Или там ехать, ну, очень медленно. Поэтому пока что, конечно же, его признают виновным. Но как человек я понимаю, что на его месте бы мог оказаться кто угодно. И мне жалко его, потому что я не представляю, каково это осознавать, что там, возможно, из-за тебя погибли люди.
Вот, поэтому я не стараюсь не винить, пусть, так сказать, следствие решает там свои какие-то дела, принимает решения. А внутри ты простила его или вот сама лично? Да, еще в больнице. Вот, я даже хотела его встретить, потому что какое-то время он лежал прямо в, получается, в моем отделении. И мне кажется, что я его даже увидела. Но я не знаю, насколько это правда. Пока что я не видела с ним в жизни, поэтому не могу утверждать, это был он или не он. Но я хотела с ним поговорить лично. Но мне кажется, во-первых, он еще переживает, потому что он не знает, да, как отреагирует семья, как отреагирует там жена пострадавшего. То есть, ну, конечно же, это тяжело. Но еще в больнице я приняла решение, что, конечно же, я не буду держать обиду в сердце на него. Потому что, ну, я говорю то, что я верю, Господь мог, ну, мог сделать так, чтобы это не произошло, но это произошло. То есть, а тут человек, ну, это уже как бы не моя, так сказать, юрисдикция, то есть говорить, виновен или невиновен. Знаете, получается, иногда бывают люди, которые думают, что христианин не должен скорбить, не должен плакать, это не для нас, но это же человеческие чувства, это все естественно, мы не можем по-другому. Но интересно было у вас узнать, сколько можно или нужно находиться в скорби, как вы думаете? Или как потом выйти, как найти вот этот момент, чтобы не скорбить, например, всю жизнь? Или, ну, как это у вас произошло? Как вы нашли ответ на это или нет? Ага, такой, конечно, очень сложный вопрос, и он многогранный очень. И я думаю, что многие ответов таких вот прям нет, вот что он так вот правильно и так вот должно быть. Потому что я переписывалась с многими женщинами, которые перенесли смерть детей, ну, родителей, близких потеряли. Это очень тяжелое время. Они находятся, ну, и мы находились, и подчас иногда опять туда возвращаемся, в такой долине смертной тени. И, конечно, вот так сказать человеку: «Ты не скорби», ну, как иногда бывает, люди говорят: «Ну что ты зачем плачешь? Мы же на небесах встретимся, Бог, все, ну, то есть все в Божьих руках». Такие вот вещи, они, ну, понятны, когда ты не прошел это. Но когда ты там находишься, это очень тяжело. И какое-то время должно пройти. Я думаю, что Бог позволяет этому времени. Вообще Бог использует любое время в нашей жизни, любой сезон. То есть когда есть же зима в природе, да, есть осень, есть лето. И иногда нам нужно пройти такую зиму. Она нужна. И вот это вот время скорби, оно приносит и тоже свой плод в жизни. То есть мы находимся в очень таком уязвимом состоянии. Мы не готовы никого сами там обижать. Мы просто находимся в таком близком Божьем присутствии и хотим действительно больше почувствовать Божью любовь, Божью нежность, какую-то заботу. И он приходит, он общается с нами и помогает нам проходить это время. Как долго, ну, у всех по-разному. Но мне кажется, вот в это время мы, как верующие, мы не всегда понимаем, как послужить человеку, который проходит вот эту пустыню. Я, как многие люди, столкнулась с тем, что люди просто боятся подойти, люди боятся позвонить, написать и выразить как-то скорбь или соболезнования какие-то. Не находятся слова, потому что все пытаются, ну, все представляют себя в этой ситуации, понимают, что это просто немыслимо, как можно это пройти. И вдруг я еще больше раню человека, вдруг я позвоню и там буду только теребить его раны. Ну, и поэтому люди боятся, и они скорее ничего не делают, чем делают что-то. И поэтому мы столкнулись вот с определенным вакуумом, что близкие люди, ну, не самые близкие, но вот люди, с которыми мы общались до этого, то есть они не были рядом в этот момент, что я тоже понимаю их очень, потому что была тоже в таких ситуациях. Но я думаю, что нам, как людям верующим, нужно понимать, что Бог сказал, что будьте с плачущими, с радующимися. То есть мы должны быть человеком там, где он находится. Может быть, просто прийти, как посидеть с ним, поговорить там, просто выпить чаю. Были такие, ну, вещи, когда моя знакомая, там, девушка, наша семья, вот, друзья наши из церкви, она мне просто каждый день писала: приходи ко мне на пироги, приходи, я сегодня сделала пельмени, приходи, я испекла там какую-нибудь ватрушку. Ну, то есть она мне просто писала такие вайбер-сообщения,
чтобы я пришла к ней, ну, чтобы как-то развеялась. И я не приходила, но я знала, что этот человек ждет меня, он думает обо мне. И это очень помогло мне. Ну, так, и были такие люди, которые вот писали и просто помогали мне пройти это время. Ну, слова о том, что у тебя там еще пятеро детей, заботься о них, они не помогают. Они просто... Да, я знаю это, я же ну, не глупая женщина. Я понимаю, что мне нужно заботиться об остальных, и это действительно помогает тебе вставать по утрам, вставать идти что-то делать. Ты понимаешь, что ну, ни один человек не может тебя утешить так, как Дух Святой. И ну вот в то время, когда мы молились, когда вот все это происходило, ну ты иногда ну, ты чувствуешь поддержку Бога, присутствие Его. А потом, когда это отходит, бывает как-то даже ну, не можешь найти. Бывали вот ночи, когда я просто, ну, ты пытаешься молиться, а ты, ну, как бы, твоя молитва как будто никуда не идет, как будто Бога рядом нет. И, ну, иногда мне очень помогали, вот, ну, проповедь вот, твою, допустим, интервью тоже с Артуром Симоняном слушал, когда он рассказывал, как через эту ситуацию проходил со своей дочкой. Проповеди Андрея Александровича очень помогали, потому что он тоже прошел вот эти вот первые, то, что он рассказывал, его переживания, как он. То есть, и, ну, пример других людей вдохновляет. То есть мы видим, что ты не один через это проходишь, и есть другие люди, которые с подобными ситуациями сталкиваются, проходят, справляются. Ну, понятно, что каждому из нас это все равно предстоит решить между самим собой и Богом и ну, не позволить своему сердцу ожесточиться или, как вначале ты сказал, там, обидеться на Бога. То есть, мне, я говорю, не было, наверное, такого, что... Ну, вопросы к Богу, они, конечно, как бы постоянно возникают. Почему так это? Но, ну, я понимаю, что здесь, на земле, на многие, наверное, вопросы никогда не ответят. А что тебя лично помогает двигаться вперед? Я могу сделать такой вывод, что когда ты остаешься наедине, у тебя все равно бывают мысли от дьявола, мысли, которые заставляют тебя спотыкаться, сомневаться. Что вот именно, какой момент помогает тебе двигаться вперед и не оставаться под этими мыслями? Ну, на самом деле, я просто вспоминаю Давида, и я думаю, что... Вот если бы он был бы тут, что бы он хотел, чтобы я делала? Я знаю его, я знаю его сердце. 2 года мы были очень близки. И я прекрасно осознаю, что он бы не хотел, чтобы я закрывалась от людей, чтобы я уходила в какую-то депрессию, чтобы я разочаровывалась в Боге, уходила там из церкви. У нас были определенные мечты с Давидом, и... Я знаю, что они правда горели в его сердце. Но бывает, да, вот как есть в песне моей сестры, да, «Возьми меня как глину, возьми меня как стрелу, слепи из меня все, что хочешь, запусти меня в цель свою». И бывает, мы это поем, мы это провозглашаем, но мы не осознаем, что нам бывает нужно будет пройти, чтобы исполнилось то, что Господь хочет в нашей жизни. Мы просто этого не понимаем, мы этого не осознаем до конца, но мы доверяем Господу. И поэтому... Я просто верю, что у Бога есть план. Я не верю, что это все произошло из-за того, что там Господь не заметил, Господь отвернулся, Господь за что-то наказал. У Бога есть план. Я в это свято верю и придерживаюсь. И поэтому всякий раз, когда мне трудно, когда я просто хочется закрыться в себе, просто закрыться от всех, как-то разочароваться, я вспоминаю Давида, как он горел служением, как он... хотел, чтобы я служила. На самом деле, я после больницы я вспомнила то, как мы ехали в такси вот в последний день, 25 января. И честно, я вспомнила почти всю дорогу. И я помню последнюю фразу, которую он мне сказал, из того, что я помню. Он хотел, чтобы мы приехали на подростковое служение, и я проповедовала. Я начала, ну, Давид, ну, я волнуюсь, ну, я переживаю, ну, нет, я не готова, ну, еще рано. И... Он так посмотрел на меня и просто сказал: «Аннабелла, когда, если не сейчас?» И я просто, когда это вспомнила, теперь эти слова, они всегда в моем сердце. «Когда, если не сейчас?» То есть, когда еще я смогу служить, как не сейчас?
когда я прохожу это, как, когда люди в этом действительно нуждаются, когда есть те, которым важно услышать, что Господь с ними, что Господь не оставил, что Он по-прежнему их любит, что ничего не изменилось в отношении их и Бога, что Он рядом. То есть, и это, наверное, как никогда, как ничто другое, правда, поддерживает и заставляет двигаться вперед. Я осознаю, что Господь не просто так меня оставил тут. И многие тоже спрашивают, ну почему, если Давиду нужно было уйти, если там ему предопределено определенное количество времени, почему ты попала в эту аварию? Зачем тебе нужно было это проходить, переживать? Но на самом деле для меня это очевидно, потому что, во-первых, я была с Давидом в последние минуты его жизни, и для меня это очень ценно. То есть я рада, что я была с ним. Вот. А еще... Нормально? А еще, конечно, все равно я понимаю, что я бы, не знаю, как бы выдержала это все, если бы я находилась там в сознании, в чувствах, если бы я вот получила какой-то звонок, как получили мои родители, и мне бы сказали, что Давид ушел. Ну, вообще, вряд ли я бы так это проходила, как прохожу сейчас. То есть все равно какое-то исцеление за то время, пока я была в коме, пока я была в больнице, оно как бы приходило. Вот. Так интересно, ты говоришь, и я думаю, неужели Бог позаботился о тебе тем, что ты попала тоже в аварию? Это дает какую-то мысль задуматься, потому что как бы ни было, Бог всегда знает, как лучше. Он всегда видит, как нам будет, когда нам будет тяжело, когда нам будет лучше, когда нам лучше уйти. И мне тоже сложно сейчас держаться, но все равно я тоже сама понимаю, что самое главное в жизни — это серьезно научить себя 100% доверять воле Богу. Потому что мы постоянно поем песни, мы постоянно молимся, да пусть будет воля Твоя, пусть будет воля Твоя, пусть будет воля Твоя. А потом случается что-то, и мы забываем про нашу молитву, мы забываем, что а вдруг это воля Бога, а вдруг, а где наше доверие, где наша вера? И мне так вот с наслаждением, можно сказать, наблюдая за тем, как ты свои 20 лет смогла зайти в это доверие и как нам всем нужно у тебя научиться этому. Куда сейчас ты двигаешься? Что ты хочешь делать? У тебя есть цели? Ты смогла найти себя? Есть уже планы? Что ты думаешь делать? Может, конечно, ради Давида? Да, потому что все равно в больнице, честно, я уже немножечко делилась там своими мыслями тоже у себя на странице и там в прямых эфирах, что человек, проходивший что-то подобное, проживающий это, ну, не объяснить, каково ему тяжело и как ему снова нужно научиться просто жить. То есть я, да, мне на тот момент, да сейчас, вот 19 лет, я девушка, и вот я наконец-то там встретила человека, который, правда, я верю, этот человек мне 100% был дан от Бога, это точно был тот самый. Я встретила, я наконец-то поняла, кто, да, мой будущий муж. Наконец я представила, как будет двигаться дальше моя жизнь, где мы будем жить, как мы будем служить, как мы будем работать. Ты столько все встала на свои места, и тут просто бац, и все обрывается. И ты чувствуешь себя настолько потерянной, ты не знаешь вообще, что будет завтра, ты не понимаешь, что ты будешь чувствовать, когда там приедешь снова там в его город, снова зайдешь там в дом, в котором там ты приезжала к ним в гости. Ты не знаешь, каково тебе будет, когда ты будешь смотреть на его братьев и сестер, когда ты будешь узнавать там его черты. Ты не знаешь, где теперь стоит тебе жить, как дальше вообще, чем заниматься. Конечно, это сложно. И просто я очень много молилась, и спасибо людям, которые молились за меня. И пришли определенные, да, мечты, желания. Я поняла, что Господь вкладывал в наши сердца с Давидом, что это все еще осуществимо. То, что сейчас очень много открылось дверей. И правда, столько людей, столько церквей зовут. И я правда жду, когда уже закончится полностью там эта самоизоляция. И я смогу ездить, вдохновлять молодежь, просто говорить людям, которые, возможно, что-то пережили, что Господь с ними, что Господь, Он все еще рядом, и вдохновлять молодежь, чтобы она не откладывала на потом, надеясь, что ой, у нас впереди целая жизнь, то, что лучше бы сделать, да, сегодня, начать жить уже сегодня так, как ты бы хотел бы прожить эту жизнь. То есть
Я очень хочу служить. У меня, вот честно, то, что я сейчас делаю в Инстаграме, я тоже считаю это своим служением своего рода. Потому что, да, я делюсь своими мыслями, я верю, что через это приходит исцеление. И часто пишут люди, которые там не знали Бога, что у них появилось желание изучить, понять. И это очень круто. Но для меня мое служение даже в большей степени именно лично с людьми, когда мне лично люди звонят, пишут, спрашивают советы или просто просят помолиться. Для меня вот это сейчас настолько важно, и это меня тоже исцеляет. То есть, когда я общаюсь с людьми, я помогаю им проходить их трудности, я сама получаю исцеление. Вот. И поэтому, конечно же, в планах ездить, общаться с людьми и продолжать просто как-то светить этому миру. Вот. И давать надежду людям, которые, возможно, ее потеряли. И как писала там даже мама Давида, что многие люди после таких обстоятельств, они как будто спят под вот этой тонной воды, как будто бы вот все то, что скопилось, все эти эмоции, тяжесть. И просто хочется, чтобы люди проснулись, чтобы люди поняли, что есть жизнь после даже таких обстоятельств. То, что даже такие обстоятельства, казалось бы, вообще ну, безысходные, Господь может обернуть так, что это будет служить во благо, что это поможет, что это вдохновит кого-то. Тоже многие, даже из близких, говорили, что как Анечка будет жить дальше. Ну, это возвращаясь к вашему вопросу. Ну, что нет Давида, она его очень сильно любила. Но я тогда уже понимала, что в этой жизни ну, есть ради чего жить. Даже если случилась какая-то большая-большая трагедия. Есть мы, родители, есть сестры. Есть близкие люди в церкви. И в конце концов, сама жизнь, которую дает Бог, если Он ее дает здесь, на земле, значит, и будет чем ее наполнить. Когда Бог утешает, то Он не делает это как-то, да, наполовину. Он действительно исцеляет сердце. И хотя, вы знаете, до сих пор, если какой-то неожиданный звонок на телефон, то я, ну, у меня, ну, вздрагиваю, и это... Я чувствую, что какой-то страх еще есть. Вот. Но пройдя, да, через это, честно говоря, наоборот, какие-то страхи уходят. Ты понимаешь, что жизнь, она такая вот, есть, нет. Самое главное, чтобы было с Богом все хорошо. И то даже, знаешь, не загоняться как-то вот в этом смысле, хорошо, нехорошо. Ну, мир в сердце, покой в сердце. И ты знаешь, что неважно, честно сказать, 19, 20, 30, жизнь, она вообще очень быстро проходит. Даже если это 80, 90. Наверное, нужно быть всегда готовым, если что, к переходу. Самое главное, чтобы были отношения в мире с близкими, стараться никого не обижать, если что, попросить прощения, примириться. И, наверное, так и жить. Неважно, сколько раз тебя дьявол ударил, главное, чтобы ты последним бил. И в мою молодость у меня была такая возможность позаниматься спортом. Я баловался боксом. И я знал, неважно, как тебе досталось, главное, чтобы ты последний ударил. И этот принцип у меня до сих пор в служении. Неважно, какое искушение тебя шарахнуло просто, главное, чтобы ты последний бил. И это один из моих секретов служения. Какое бы ни было атакой врага, я думаю, как дать сдачи так, чтобы дьяволу не хотелось больше вообще этого делать. Когда я приезжаю к людям в больницу, если кто-то из них попал в больницу, я говорю, спасите всю больницу. В следующий раз дьявол на рельсы ляжет и скажет, чтобы только они не оказались больше в больнице. То есть вот надо... Мне кажется, в подобных ситуациях сдавать сдачи, уметь давать сдачи. Обычно, если кто-то служил в армии, он знает, что те, кто сдачи не дают, становятся, знаете, как бы объектом таких насмешек, таких издевательств. В духовном мире так важно, чтобы ты сдачи давал, чтобы дьявол знал, тронешь этого, получишь хорошо. Поэтому... Я искренне говорю, что в любых обстоятельствах я знал, что плакать, там, просто растаять или как бы руки опустить, это не поможет.
нужно давать сдачи. То есть реально, как во время Великой Отечественной войны, сколько было потерь, нужно было, как говорится, взять, собраться и сдачи дать врагу, чтобы увидеть победу. Что-то подобное, вот таким принципом стараюсь строить свое служение. А не страшно, что потом еще хуже будет атака? Нет, 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 нет. Дьявол не такой уж он герой, чтобы это было так. Поэтому во время, когда мы прощались с Давидиком, и у меня была привилегия, когда я делился словом, и было много людей на прощальной вот церемонии, я сделал призыв к алтарю. И я был рад, что некоторые из его друзей, из его родственников, даже, по-моему, бабушка его открыла свое сердце для Христа. И как бы вот эту трагедию с точки зрения наших как бы душ, да, вот эта трагедия, в этот день столько людей к Господу пришли. Я и потом на протяжении многих месяцев я ни одно собрание не заканчивал без призыва к алтарю. Я поняла, что эта ситуация нужна кому-то, кому-то из этих людей. То есть я могу послужить кому-то. И это было бы самым горячим желанием моего сына, чтобы я продолжала служить, продолжала ехать, продолжала говорить, продолжала писать, потому что, ну, хочется закрыться, но так же, как, ну, с Богом, вот мы, может быть, иногда хотим спрятаться, там, как Адам прятался там в этих кущах, но самое правильное место, куда мы можем выйти к Богу, мы можем найти у Него вот это вот утешение, исцеление. И когда мы идем к людям, мы говорим о том, что мы чувствуем искренне, делимся своей бедой, и наше сердце врачуется, то есть Господь исцеляет его. Может, на самом деле служение и утешение других людей помогает вам самим утешаться и самим исцеляться? Да, это точно, абсолютно. Может, есть какое-то откровение или какие-то слова, которые ты бы хотела сказать людям, которые потеряли своего близкого человека так же, как и ты? Ну, на самом деле, хочется таким людям в первую очередь сказать, что небеса реальны. Это, я думаю, первое, что меня утешает, когда я думаю о Давиде, что мы еще встретимся. И, честно, бывает, человек даже неверующий, казалось бы, да, и он уходит, и у людей столько вопросов, а где он, а как он, мы многого не знаем. И мне часто писали люди, которые не знают, где их ребенок, да, там, или близкий, на небе, или нет. Мы многого не знаем. Может быть, человек в последний момент, да, принял Господа. Поэтому все равно нужно верить. Нужно верить, что мы встретимся. Что есть место, где человеку правда лучше, где ему хорошо. И поэтому просто хочется сказать, чтобы люди не теряли веру. Потому что, когда приходят проблемы, трудности, нужно бежать не от Бога, а наоборот к Богу. Как раз Бог, Он тот, кто всегда готов помочь, поддержать, дать какое-то утешение. Просто мир в сердце, чтобы пришел, только Господь. То есть поэтому, безусловно, во-первых, хочется сказать, что это тяжело, и что я понимаю, что трудно проходить какие-то обстоятельства в жизни, но просто стоит попробовать начать жить, цепляться за эту жизнь, цепляться за Господа и за какие-то вещи, которые просто помогут тебе выйти из этого всего. Я думаю, что я понимаю этого человека, которому тяжело, очень хорошо понимаю. И мне хочется просто обнять. Мне было очень приятно, когда люди писали мне: «Я вас очень обнимаю, все, что я могу, я бы хотела приехать, посидеть с тобой, просто бы обняла тебя, прижала к себе, ты могла бы поплакать». Ну вот простые такие вещи человеческие. То есть я бы не стала, наверное, что-то такое говорить. Я просто бы обняла этого человека и сказала: «Я тебя понимаю. Я понимаю, что ты проходишь». Вот. И вторая вещь, которую бы я хотела сказать нам всем, наверное. Каждый из нас идет свое поприще, свою жизнь проходит. И рано или поздно мы встретимся со Христом на небесах. И, ну, мы будем отвечать за то, что мы, как мы прожили эту жизнь.
сколько бы нам ни было дано здесь на земле, 19 ли лет, 90, придет этот момент, и мы будем в его присутствии. И мне бы очень хотелось, чтобы каждый человек просто проживал свою жизнь, ну, то, что дальше идет уже после того, что он потерял после этой потери, не в полсилы, как бы, не так, что вся жизнь моя закончена, и я больше ничего не могу. Я считаю, что нужно проживать ее на 100%, а лучше даже на 200, потому что за того человека, который не смог быть рядом с тобой, но хотел бы служить людям. Поэтому, мне кажется, нам мы должны сделать больше, чем кто бы то ни было для Христа. Ну, когда ты свободен, сейчас я понимаю, что я не боюсь завтрашнего дня, не боюсь оказаться, не боюсь умереть, потому что если я умру, я буду с Богом и буду с Ним. Это как бы радует. То есть у вас вообще нету страха, например, что опять что-то плохое произойдет, опять что-то, наоборот, вы нашли дар радости? Нет, страх это тоже такая вот война в нашем разуме, потому что когда страшные такие вещи происходят, очень трудно начать доверять опять, то есть не бояться за своих близких. Я говорю о себе, я не боюсь за себя. Я понимаю, что я хочу встретиться с Богом, хочу встретиться с Давидом, с моей мамой. Вот. Но я хочу также здесь быть тоже. То есть я хочу здесь прожить эту жизнь, послужить своим детям, потому что там нашей младшей там 5 лет. И, естественно, я хочу, чтобы... Недавно я поняла, поймала себя на мысли, что хочу увидеть своих внуков и хочу увидеть своих правнуков. Это классно. Это... Знаете, все люди по-разному проходят горе. Все по-разному. Кому-то нужно общение в это время. И я молюсь, чтобы Бог дал этих людей, которые в этот момент будут рядом. Кому-то, может быть, нужно остаться наедине с Богом, с самим собой. Мне кажется, что совет такой – слушать свое сердце. Но хвататься за то, что принесет исцеление. То есть не уходить вот на дно. Если это исцеление будет в тишине, в покое, в одиночестве, значит идти вот к этому. Если это исцеление будет в общении, в поддержке близких, то значит стремиться к этому. Самое главное – хвататься за жизнь, за надежду. За веру, что если жизнь есть, значит, для чего-то она здесь есть, значит, какое-то предназначение, значит, не все еще выполнено здесь, на земле. Я думаю, что самый большой урок – это мы не должны опоздать любить. Этот урок я еще получил гораздо раньше. Я его получил, когда прощался с моим братишкой, которому было 7 лет. Он был меня младше, я был его постарше. Я даже... Сейчас не могу сказать, наверное, на лет 6 я его постарше. И вот в большой семье, когда ты старший и есть кто-то младший, тебе приходится помогать родителям. И будучи подростком, мне хотелось с моими друзьями играть в футбол, идти купаться на речку, там гулять по вечерам. А мне нужно было вот нянчиться с ним, там нужно было за ним следить, его там переодеть, кормить, там еще что-то такое. И я его любил, но временами мне казалось, что из-за него, как бы сказать, я столько интересного упускаю. И я думал, что у нас впереди с ним еще лет 80, как минимум, и я еще успею все доброе, все хорошее, что хочу ему сказать, скажу, сделать, сделаю. Я не знал, что в 7 лет его жизнь оборвется внезапно, трагично. И когда это случилось, я тоже подросток, наверное, 12 или 13 лет мне было. Я стоял у гробика, прощаясь. Родители, конечно, плакали, хотя у тебя 13 деток, каждый ребенок очень дорог. Взрослые уже помолились, пошли в автобус, там машины, а я еще остался. И
долго еще там поправлял венки, поправлял цветы, еще что-то делал. А внутри мое сердце кричало, что я опоздал. Поэтому я могу искренне сказать, спешить делать доброе, спешить любить. Не упусти момент, чтобы потом не сожалеть. Потому что жизнь – это очень быстро, и ты не знаешь, насколько. Сколько Бог дал? Извините, конечно, за такой вопрос. Если вы не готовы, может, можем просто пройти вперед. Но что бы вы хотели сказать Давиду, если бы оказались сейчас перед ним, если бы у вас была бы встреча с ним? Ну, я много тоже думал об этом. Ну, насколько, ну, как вот у детей бывает, им там предлагают, что ты хочешь выбрать, там, суперсилу или еще что-то там. Или там, ну, да, тоже как бы внутри меня звучал вопрос, вот, ну, дай тебе там, ну, там, все богатства земли, там, миллионы, миллиарды долларов, или вот хотя бы одну минуту провести с Давидом. Ну, конечно, мне бы хотелось просто сказать им, что я его очень люблю. Что, может, попросить прощения, что недостаточно. Это здесь, на земле, выражали, но я знаю, что он нас тоже очень-очень любил. И маме приходил во сне, я там говорил. Мне, ну, как бы ни разу так вот за это время не было такого вот сна, чтобы я в нем видел. Ну, были какие-то сны, ну, прямо обрывками такие, они вообще незначительные. Ну, Наташа тоже так вот, ну, не было таких длительных снов. Ну, пару раз она как-то видела. Ну, мы, я не знаю, может, еще пока просто не готовы. Хочется, конечно, встретиться с ним, поговорить, вот, пообщаться, просто обнять. Сказать, что мы его очень-очень любим. Ну, во-первых, я бы точно бы его бы обняла, сказала, что я очень скучала. А потом начала бы рассказывать про то, какие великие вещи происходили тут на Земле. Что столько людей спаслось, что столько всего произошло. На самом деле, Господь за полгода до всей этой аварии дал мне сон. Когда я встретилась с Давидом на небесах, то есть Давид еще был тут, и я не поняла, зачем, почему этот сон, но я прекрасно помню свои эмоции. Я помню, как я была рада встрече, я помню, как я просто побежала к нему, как он улыбался. И честно, вот я живу этими эмоциями, я понимаю, что эта встреча будет, и то, что вот какая радость будет от этой встречи. Вот, и поэтому, конечно, я бы хотела бы встретиться и сказать уже, что я сделала, что мы с Господом, что мы вообще, вся семья сделала. То, что там тетя Наташа выпустила книгу, я, дай Бог, выпущу книгу, что столько людей покаялось, что столько людей слышали его проповеди, что Господь просто невероятные вещи сотворил. Поэтому меня это как-то тоже толкает на определенные действия, идти вперед. Настолько важно мысли направлять в правильное русло. Я сижу, ты рассказываешь и думаю. Можно же думать, вот если бы Бог знал, что все так должно случиться, почему Он свел нас, почему так, почему вот это, почему вот это. А получается, на твоем опыте можно видеть, что ты направляешь мысли в правильную сторону. Вместо того, чтобы жалеть себя, чтобы от себя, из себя делать жертву, ты, наоборот, благодаришь за все, что было, за это время. И это настолько, мне кажется, очень важный ключ. Как правильно, хотя нельзя сказать, как нужно правильно пережить скорбь, но просто как пережить, как выйти из этого. Есть несколько ключей, получается, вот один из них ты сказал, благодарность. Может быть, ты сейчас вспомнишь еще какие-то, может, проповеди или ключи к тому, как выходить из скорби и не оставаться в нем долго? Ну, сразу же приходит это все равно доверие, о чем мы говорили, да, уже. То есть доверие, а рядом с доверием сразу же вера. То есть, когда мы теряем веру, мы теряем надежду, мы теряем вообще хоть какие-либо там шансы на то, что будет хорошо, будет лучше. То есть, доверие и вера, я думаю, это тоже очень важные ключи, потому что, ну, говорю, я живу верой, что я встречу с Давидом. То есть, это мне помогает просыпаться, помогает мне там улыбаться, потому что я знаю, что я еще увижу с ним. Никто из нас не знает, что принесет завтрашний день и принесет ли. Надеюсь, фильм, который мы сделали, заставит вас остановиться, подумать, любить больше, ценить тех, кто окружает вас. Надеюсь, он поможет вам принять ту мысль, что мы каждый день должны быть готовыми к переходу в вечность, что мы можем в вечности жить вместе так же, как живем на земле. А этот фильм хочу закончить не своими словами, а словами Давида.
Иисус будет много раз вкладывать в твое сердце молиться за людей. Не проходи мимо. Запомни, каждый раз, когда ты будешь совершать добрый поступок, награда будет расти на небесах. И ты предстанешь пред Господом, и Он скажет тебе: «Добрый раб, войди в радость Господина твою. Ты служил мне, ты верный». Иисус так почтит тебя своим присутствием, познанием о себе. Он так почтит тебя своей любовью, если ты просто научишься выбирать в Его пользу. Я верю, что это поможет нам в исполнении нашего предназначения. Можно много молиться и ничего не делать, и ничего не получать. А можно молиться, делать шаг, может быть, совершать какой-то поступок и уже на следующий день видеть огромные плоды в своей жизни.